как знакомьтесь, боец в синем углу, fighting out of the blue corner. Ему 26 лет, рост 178 сантиметров, вес 61,7 килограмма. Профессиональный рекорд. 13 побед, 2 поражения, его стиль борьба. Ladies and gentlemen, he's 26 years old, standing 178 centimeters tall, official weight 61.7 kilos. As a wrestler with professional record, 13 victories and 2 losses, из Красного Россия, Мехти Байдулаев. Его соперник в красном углу, fighting out of the red corner. Ему 32 года, его рост 170 сантиметров, а вес 61,75 килограмма. Профессиональный рекорд 12 побед, 4 поражения, и его стиль также борьба. Ladies and gentlemen, he 32 years old, standing 170 centimeters tall, official weight 61.75 kilos. He is a wrestler specialist with professional record 12 victories and 4 defeats. Из Пакистана, Россия, Ислам Мешев. Рефери поединка Максим Протасов. Мехти Байдулаев и Ислам Мешев сойдутся в клетке прямо сейчас по команде Максима Протасова. Легчайшая весовая категория. 13 побед у Мехти, 12 у Ислама. Итак, смотрим. Время. Судьи, готов? Готов? Бой! Первый раунд. ACA 141 продолжается. Ледовый дворец большой в городе Сочи. В очередной раз принимает турнир ACA. Хорошее начало. По печени пробивает Байдулаев. Жестко подламывает практически левую ногу Ислама Мешева. Очень хлестким таким лоу-киком, который был хорошо заведен. И здесь едва в лицо не попадает. Чуть-чуть не прихватился Мешев. Да. В последнее время так называемые кик-нокауты, ну, так скажем, в моде. Джеб аккуратно. Вот Мехти, он чуть повыше, чуть побольше у него, соответственно, размах. Ислам Мешев, как всегда, никуда не торопится. Он аккуратно старается разложить соперника, найти то самое место, где у него будет преимущество. Неужели с левой ногой уже какие-то проблемы? Да, уже так как будто тяжеловато передвигается Ислам. И еще хлестка, и выкручивается. Да, да, проблема с ногой. Готов продолжать Ислам. Да. Будто колено вылетает у Ислама, но он продолжает. Еще один удар туда получает. По корпусу. Сумасшедший просто калф-кики выбрасывал Мехти на старте. И здесь превращается в стоячую мишень. А Ислам Мешев. В тяжелейшей ситуации ему необходимо заходить в борьбу не мытьем, да катанием. Шансов немного. И здесь еще один удар по ноге. Вот так вот с вращением атаковал Мехти Байдулаев. На скачке атака по воздуху. Все видит Мехти. Причем с правой, по-моему, ногой какие-то проблемы, судя по всему. Но и Байдулаеву здесь главное не заигрываться, потому что сейчас он максимально заряжен исключительно на атаке по ногам. Очень много времени в Таиланде провел в тренировочном лагере Мехти. Тренировался стопами. Там есть, поверьте мне, с кем поработать и чему научиться. И много пропускает Ислам Мешев сейчас именно на ногах. Да, прилетает удар как раз в левую икру. Но посмотрите, Мешев начинает двигаться как бы опять нормально. С прихватом. Нет, борьбы пока не будет. Апперкот мимо. И тут же боковой. Неплохая связка от Мехти. Второй темп. Будет или нет? Я внимательно слежу за Исламом, как будто бы в правой ступне есть какие-то проблемы и не может нормально опираться. Падает Мехти. Но не бросается вперед. И еще на попадание через руку от Мешева. Казалось бы, он отдал инициативу, но ловит уже не первый раз на движении Мехти Байдулаева. Айда Ислам. Казалось бы, все так печально для него начинается. И затем он все вернул. Жестко с рук. Здесь подхват. Удастся или нет? И сверху оказывается Мехти Байдулаев. Не успел Мешев сориентироваться, оказавшись на стиле. Вот это да. Высоко работает ногами. Восстановит ли гард? Да. И вновь мы говорим о борьбе, говорим о досрочных финишах Мехти, о том, как он хорошо умеет душить. Ну а Ислам Мешев, в принципе, наносили в своей стихии. Ногами неплохо работает. Закрывает гард. Но в этой работе у ребят полный порядок, в принципе, и у того, и у другого. Одинаково совершенно. Минута 45 до конца дебютного отрезка.
пытается вывести таз. Нет, не получается. Грабанда корпусом подрабатывает Мехди. Ну, здесь пока только контроль. Ударов-то нет. Точных, я имею в виду. Активно работают секунданты и в углу Мехди, и в углу Ислама. Но пока контролирует Байдулаев. Очень здорово держится, очень хорошо держится сверху. Последняя минута начинается. И прибирает еще. Мехди забирает гильотину. Нет, не будет. Разрыв дистанции. Кто заберет последние секунды? Опять атакует ногу Мехди Байдулаев. Но Межов прорывается вперед в бэквист. И второй темп неплохо. Более того, хотел здесь и третью атаку подряд проводить Межов. По корпусу. Достал пальцами фактически Ислам. И здесь двойка. Но вот здесь с психологической точки зрения очень круто выглядит Ислам Межов. Но здесь борьба. Борьба и тейкдаун. И вот Тимура может случиться. Обратите внимание. Но, наверное, нет. Не хватит здесь, конечно, угла и возможности прихватить. Полный маунт. Тем временем Мехди в него заходит. Времени действительно не хватит. Отключает руку. Ненадолго. Как и предполагалось. Содержательный, интересный поединок. И есть много борьбы. Но и была интересная стойка в самом начале. Да, сейчас самый большой вопрос, который есть, я думаю, у многих, это в каком состоянии находится Ислам Межов. И на колено прикладывают лед. Левая нога с левой стороны. Сейчас внимательно смотрю, куда ставит этот лед его тренер Рустам. Вот здесь, конечно, фронт-кик был шикарный, но его было недостаточно для досрочного завершения. Врач Лиги Эйсей сейчас появился в клетке. С ним как раз идет небольшой такой разговор, совещание. Все в порядке. Ислам говорит, что он готов продолжать, все нормально. Ну и надо перехватывать инициативу ему для того, чтобы добиться здесь успеха. А Мехди, конечно, уверенно действует. Гораздо более увереннее, чем его оппонент. Итак, начинается следующая пятиминутка. Смотрим. И сразу ждет борьбу Мехди Байдулаев. Вкладывает корпус, пошел вперед. Берет одну ногу, пытается выдернуть под вторую. И, ну, докрутит или нет? Нет, не получается. Очень опасен. Много сил, да, еще тратит Ислам Межов. Благо, крюк там один есть под корпусом. На двух коленях сейчас стоит, поднимается. Ислам Межов, еще одна попытка. И сколько мощи у Байдулаева. Шикарная мельница, но не получилось. Заход был даже не на рубль. На тысячу. Так или иначе, на пятой точке оказывается Ислам Межов. Здесь две ноги. Посмотрите, Мурат Бичуев все прекрасно видит. И сейчас будет советовать Мехди, каким именно образом продолжать развивать атаку. Хотя Байдулаев и сам это прекрасно понимает. Необходимо сохранять контроль. И сделать это не получается. Вот-вот, гильотина пошла. Это похоже на первый поединок сегодняшнего вечера. Но получится или нет? Локти по бедру. Да, контроля недостаточно. Угла не хватает того самого рычага, который бы перекрывал кислород. Потому как левая нога находится в свободном состоянии. А вот сейчас есть замок. Боюсь, что даже сейчас не до конца заведена рука туда под шею. Контролирует это Мехди. Если он еще и работает локтями, то он абсолютно точно... Обратите внимание, куда работает локти. Бедро. Левое бедро. Под левое колено, что самое главное. А вот и full mount прямо сейчас. Прекрасная позиция для Байдулаева. И у него много времени. Можно не торопиться, аккуратно стараться развить успех. Локоть на коротке не получается, хотя попытка была неплохая. Еще и в своем углу, по сути, Мехди находится. Здесь внимательно слушает, что говорят ему. Справа коротко попал. И здесь еще один локоть. Слева гораздо лучше. И готов Ислам Межов уже рисковать и отдавать спину. Потому что в полном маунте у Мехди просто огромное поле для действий.
открывает сверху. И вот так вот в полоборота очень грамотно пытается Миша выбраться из этого положения. Тяжелый, конечно, период для Ислама. Загнан он здесь в прямом и переносном в угол. Но он добился того положения, где он получает минимум ущерба. Это и не бэкмаунт, и не фулмаунт, да, а именно на боку фактически остается. Но вот сейчас, смотрите, возвращает на круги своя и заходит постепенно под ручной треугольник, возможно, Мехди Байдулаев. Да, это он сегодня не пробовал. Не в ту сторону этот ручной треугольник, если бы противоположную, тогда да. И вот как раз за счет своей руки отжимает его, но все равно просто очень-очень крепко сидит на нем сверху Мехди. Невозможно практически выйти из этого положения. Локоть. Отвернул. Действительно, Меша его от сетки. Выиграл пространство. И здесь аккуратные удары. Очень плотно работает Байдулаев. Еще один локоть. Менее двух минут до конца раунда. Середина боя уже позади. Маунт становится все более высоким. И сечка под правым глазом у Ислама. И она начинает заливать ему как раз этот самый правый глаз. Все меньше и меньше обзорности становится. И еще туда набрасывает Мехди. Просто сегодня неудержим. Очень хороший темп. И еще одно попадание. Локти один за другим летят в голову Исламу. Он пытается прижиматься к сопернику, пытается отработать тазом, развернуться. Оу, как плотно! И ручной треугольник пошел. Пойдет или нет? Вытягивается струнку Меша. Нет, здесь не получилось. Сечка действительно серьезная. Опять локти. Минуту 10 еще сопротивляться и терпеть Исламу. Но здесь вообще об оценке 10-8 точно пойдет речь. Ущерба очень много. Еще локоть. Просто затерроризировал Мехди Байдулаев Ислама Мешева. Здесь знает, что любое движение неосторожное повлечет за собой еще и удушающий прием. Еще два локтя. Еще локоть. Голова отлетает, но не бьется на стил. И в принципе у Максима Протасова эпизодически уже появляются основания для остановки. Но, посмотрите, Мешев продолжает сопротивляться, продолжает выживать. Еще один локоть и в челюсть, и в голову. Мимо. Третий удар мимо. И вот здесь, пожалуй, одна из редких возможностей для Ислама как-то вывернуться из этого положения и лишить себя этого фулмаунта. Готов отдавать спину. Еще один удар. Пойдет удушающий или нет? Нет, отпускает захват. Не тратит силы. Очень расчетливо действует Мехди Байдулаев, нанося урон, но при этом не тратя излишне все свои запасы. Да, затерроризировал. Очень-очень тяжелый бой для Ислама Мешева. То травма в самом начале, то вот такой вот конец этого отрезка. Затекает его глаз прямо сейчас. И Ярослав Луценко сейчас применяет весь свой профессиональный опыт для того, чтобы оставить обзор для Ислама Мешева и как можно дальше, как можно больше отсрочить вот этот отек, который появляется в области сечки. Ну, конечно, чудовищный лук. Ну, отметил ты работу Кадманов. Отметим также, что сегодня присутствует и, можно сказать, гуру кадмановского ремесла в нашей стране Дмитрий Лучников. Да, он руководитель всей этой команды, человек, который прорубил окно Европы в кадманское дело, скажем так. И смотрим и смотрим, как продолжает приводить чувства Ислама Мешева. Бой продолжится. Даже две сечки там от локтя остались. Ну что, пока все в одну калитку. Сможет ли что-то изменить Ислам Мешев в этом поединке? С двойки начинает он этот раунд. Ух ты, жестко пошел вперед с ударами. Терпит Мехди, ныряет. Промахнулся Байдулаев, отдал шею, но продолжает идти вперед очень легко. Я бы даже сказал, филигранно подработал левой рукой и провел в итоге тейкдаун. Необходимо таз все-таки отодвинуть, забрать его под себя, выиграть пространство. Именно этим сейчас Байдулаев и занимается.
фактически хавгард был несколько секунд. И вот так вот полный маунт, но ненадолго. Оу, вот сейчас болевые ощущения, видимо, были. Опять колено мучило Ислама, когда он на него оперся, я так понимаю. И опять левой рукой туда, куда нужно. Очень высоко входил в защиту, Мехди Байдулаев, не получилось. Но попыток он не оставляет. Да, есть рассечение, как я понимаю, у Мехди Байдулаева. Вот эта серия не прошла даром от Ислама Мешева. Но пока мы видим, в принципе, концовку-то предыдущего раунда по своему сценарию. Как будто бы невозможно выбраться из Байдулаева. Да, на самом деле, доминирующее выступление от Мехди вот на эту секунду. И он проводит такое выступление в бою с пятым номером рейтинга Ислама Мешева. Чемпион это в этом весе, напоминаю, Олег Борисов. Опять локти. Коротко. Очень прагматично и хладнокровно работает Байдулаев. Кричат из угла Мешева вставать, но пока это нереально. Еще раз напомню, Ислам Мешев ни разу в своей карьере не проигрывал досрочно. Вот стержень, воля, характер, все у этого парня безусловно есть. Переехать его никому еще не удавалось. Но Мехди сегодня был близок. И травма ноги в самом начале. Второй раунд просто сущий кошмар для Мешева, но он продолжает оставаться в поединке. И опять лишает опорных точек для того, чтобы подняться Ислама Мешева. Мехди Байдулаев хорошо придерживает корпус, отключает ноги, не дает создать опору и голову даже прихватить не дает. Давление головой, в том числе со стороны Мехди. Отсюда защиту не обойти, просто опыт, конечно, колоссальный. У Мешева, еще раз отметим, именно она на стиле. И вот с первой задачей, да, справляется Мехди. Он контролирует корпус в целом, он контролирует ноги. Но он либо таз не может под себя убрать, либо продолжает обходить защиту ног, и тогда высоко уже отрабатывает Меша. Сбоку. Да, в сечку туда набросал несколько ударов. В сечки даже под правым глазом. Вот здесь кисть. Очень хорошо обучен Байдулаев. С точки зрения именно таких базовых вещей в борьбе. В голову все летит. Может быть, акцента здесь сильного нет, но это точные удары, безусловно. И все равно остается в позиции Мехди Байдулаев. Но просто настоящим клещом он вцепился в своего оппонента и не дает возможности ни секунды расцепиться для того, чтобы дать ему хоть какое-то преимущество. Этим выступлением Мехди просто говорит, в этих джунглях есть еще один очень большой зверь. Да, однозначно. Очень уверенное выступление, рассчитанное до мелочей. И сечка открывается все-таки у Ислама Мешева. Еще локоть, возможно, еще сейчас появится. И темп, обрати внимание, какой темп. Держит его Мехди Байдулаев, не сбавляя оборотов вообще. Всего 30 секунд. И вот так по корпусу, по селезенке, по ребрам туда. Успевая здесь посмотреть свой угол Мехди. И вот так вот с разножки в партере, что он пытался там придумать, выйду лайв, но в итоге закрывается позиция. Здесь чистых ударов не так много, но локоть на городке все-таки заходит. Да, сильнейшая гематома, глаз практически закрыт у Ислама Мешева. Но, да, сегодня, может быть, и проиграет Ислам Мешев, но это будет, опять же, следствие судейского решения. И здесь все всем понятно. Браво, Мехди. Очень качественная работа сегодня проделана. Действительно, есть небольшая сечка у Байдулаева. Но, как вы понимаете, это не помешало ему сегодня одержать победу.
Напоминаю, что сегодня мы увидим также и Али Багова, тоже бойца из Баксана. Он сразится в четвертьфинале Гран-при с Рашидом Магомедовым. Интереснейший поединок, заключительный четвертьфинал. По завершении боя обратимся к судейским запискам. Ladies and gentlemen, after the end of action, we go to the Georgia scorecards. Судьи 1 и 2 оценили бой 30-25. Georgia 1 and 2 score this contest 30-25. И судьи 3, 4 и 5 одинаково оценили поединок 30-26. Georgia 3, 4 and 5 are in agreement scoring the same 30-26. Таким образом, единогласным решением судей победу одержала and your winner by unanimous decision Мехти Байтулаев. Грозный! И аплодисменты его сопернику Исламу Мешеву.